Так, стою на верхнем выезде из поселка Стекольный. Верхний выезд. Там дальше палатка. Палатка, Карамкен и дальше. Это Сокол, аэропорт, Кар, Снежный, Дубча, Магадан. Это у меня с трекером. Смотрим. Показывает. Что если получится, я вам. Если получится, я, короче, там в видео покажу трек. Я ехал. О, байкеры.
Только я могу везде проехать. Сиденько могу. А, девчуля. На крузаке. Да. Поехали. Пятьдесят седьмой. Чуть ли не сказал 75. 57. Ну, напрягаться сильно не будем. Почему ветер опять мне в лицо? Когда-то я тут ехал весной, в мае, когда на палатку ездил. Какого хрена он сюда поехал, на эту полосу? Короче, я вот как-то ехал тут. Кадыкча. А, резко. Почему она тут? Кадыкча, она отсюда далеко. Вот тогда эта речка такая разлилась, вот там, а там, а, блин. Все в воде было. Сейчас ее немножко углубили в этом месте. Тысяча 957 километр основной трассы. О, где-то собаки там лают в поселке.
Фу, поднялся, блин. Сейчас еще два подъема, блин. Первый так себе. А второй крутой там, блин. И градиент такой нормальный. Фу. Надо немножко седло поднять, чтобы сидя крутя не надо, ноги немножко расправлялись, а то мне примерно настолько. О. И ноги нормально распрямляются. Красота. Короче, в один как в заход приехал, во второй выехал. Вот там поворот на Стекольный, где я заезжал. А вот она еще одна дорога, старая какая-то. Она уже заросла. Вот она напрямик идет туда. Я смотрел по карте. Вон поселок, тут недалеко.
километра проехал. А, ну вот с того места как раз получается Соколы. Сейчас 7-й. И там 70. И по трекеру за секунду сколько там у меня должно быть и максимальная скорость, и расстояние, и градиент. Я все-таки все там подписал. Ну, такой простенький для любителя трекер. Не профессиональный, бесплатный. Все, подъем начался. На 2 щелчка увеличил мощность. Похоже, надо еще. Еще на 2. А вот там карьеры. Вот этот подъемчик мне поднять, подняться надо. И там. А, затяжной там, где-то 2 км, наверное. Нагретого леса. Хорошо, что здесь нагретого нету. Большой речки. Газончик с шинами. Фу, устал что-то я. Сейчас тут немножко мне.
осталось. Вот она, красота она раскрывается. Так, сейчас я там поднимусь сюда. И это. Закапаюсь. Все дыхалки прочищу. Перед подъемом. Подкачаю. Я снова на той точке. Остановлюсь. Чтобы был только спуск. Далее. Небольшой спуск. И потом подъем. 1,5-2 километра. Вот тут. Разлом даже есть. Фу. Так, немножко отдохнем.
переднее сдуло. Я так сдуло в переднее. Заднее вроде как. Вроде как нормально. Так, еще заднее подкачать. Оба колеса накачал. Что это за вахтовки? Один за одним идут. Вот еще два. Так, а давай-ка мы фотографии сделаем. Тут же все-таки, как говорят, 50 мегапикселей. Thank you.
прикольно. А потом посмотрим. Как эти фотки. Ай. Ну все. Пятьдесят мегапикселей. Ну что, поехали. Метров 600 спуска, пускай будет 500. Может даже меньше. Вот, кстати, дорога вот так она идет. Старая. Насколько она старая. Такие сопки классные, мощные.
Так, на сапырке прочистил. Издалека откуда ты видишь? Аккорд. Вот она, нижняя точка. Все, теперь будет жесткий подъем. Красота. Башни вот эти выкорочены наверху. Блин, красота. Глаз радует, блин, свет. Thank you.
я только на четверть подъеме. Старый стал, я раньше тут не останавливался, только поначалу. Волосная кислота мне скапливается в ногах. Чувствую прям. Мышца там внутри распирает. Поэтому я сейчас поставил такую скорость, чтобы не очень напрягать ноги. Кручу как этот. Нога сама продавливает. Не прилагаю усилий. Просто отпускаю, нога сама давит на педаль. Старость не радость, молодость гадость. Как у нас говорили. Тоже издалека едет. Thank you.
залиться водой и в гидраторы, и сюда тоже. Так, сейчас я там наверху отдохнул, запакуюсь. Ну как запакуюсь? Одену это. Вернее, закроюсь. Не знаю, посмотрю, одену я ветровку или нет. Там наверху посмотрю, как там ветер, куда он дует. Пока сейчас непонятно, куда он дует. До машины доеду, там отдохну. Правильно, там тормозил, тут поворот попасть. О, устала. Тут еще метров 300 и будет перевал. Ой. Раз.
старость не радость. Это не могу нормально. Воронка летит. Она что-то несет. Что там надыбало себе? Так, еще 300 километров проехать. Ну ладно, 250. Там я обсыхаю, перекуриваю. Уже со счета сбился по этим машинам ягодным. Ну, короче, больше 25. А сейчас там уже поменялись. Наверняка. Одни уехали, другие приехали. Thank you.
самолет летит какой-то. Ой, собирает. Это маленькая Аннушка, наверное. Да, солнышко уже скрывается, облака. Как писали в прогнозе погоды, вечером облачно. Вот он перевал. Поднялся я все-таки с тремя перекурами. Вот я, короче, поднялся на перевал. Сейчас. Перекурю. Остыну немножко. Уже весь потел. Мне немножко надо обсохнуть. Что там сейчас? Вкус такой нормальный. Ладно, пока отключаюсь.